Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Артём,
Осмотри комнату, живо. Почти попал. Будешь что рассказать дуракам. Мы как бы невидимые. Для кухни мы не очень. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, упырь я жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Там есть лестница. Давай наверх.
Как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи, Мельник, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник, прием! Вот черт! Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием! Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках.
Остановите его. Уничтожьте его. Артём, прием! Слышите? Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его. Он пришел истребить нас.
надо истреблять. Остановите его. Остановите его. Уничтожьте его. Мы не позволим ему. Захват цели завершен. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом — метро. И мы победили».